Друзья, всем привет! С вами Леся. Мы переезжаем, и я не буду, конечно же, тащить за собой пустые баночки. Я хочу их вам сейчас показать и рассказать, что я о них думаю. Во-первых, закончился вот такой вот мусс Нивея, шелковый мусс для душа, персика, суфле. Брала для того периода, когда нет горячей воды. Да, действительно, это очень удобно. Аромат нежный, приятный, ненавязчивый, но такой, знаете, кондитерский, поднадоедливый. Немножко не мое, но, в принципе, продукт классный. Не сушит, хорошо смывается, мылится, пенится. Приятно с ним принимать душ. Также у меня закончилась вот такая вот масочка Avon Natural, интенсивный уход ромашка и алоэ. Классная маска, имеет приятный освежающий аромат, немножко на дыньку смахивает. Легкое расчесывание с ней, приятно пользоваться, в общем, понравилось. И последняя интимка от Venus, вообще балдежная вещь, очень удобный такой нестандартный носик. Вот смотрите. Удобно пользоваться, необычно, не раздражает. В общем, классный-классный продукт. С удовольствием буду повторять. Вот, это три баночки, которые я хотела вам показать и не хотела вести за собой.